Здравствуйте, мои дорогие подписчики и гости канала. Благодарю вас всех за ваши лайки, за ваши подписки, за ваши теплые комментарии. Пусть вам всем вернется в тысячекратном размере. Всех люблю, всех ценю, девочки, мальчики. А сейчас давайте посмотрим такой расклад на Крестового Короля, его планы на Новый год. Планы Крестового Короля на Новый год. С кем он будет встречать? Может быть, он хочет куда-то поехать по путевке. Какие у него планы? Посмотрим. Давайте сделаем диагностику и посмотрим. Какие у него планы на Новый год? Так, здесь Крестовый Король вышел на будущее, он думает, встретит Новый год с Червовой Дамой, а с Бубновой Дамой он хочет расстаться. Также здесь он очень боится, переживает, тут Казенный Король, здесь Казенный Король общается с Червовой Дамой, и он боится немножко на Червовую Даму, что она увлечется Казенным Королем, который выше по статусу, чем Крестовый Король, да? Он боится за это. Поэтому он часто звонит, если Червовая Дама где-то на работе находится, поэтому он часто звонит ей и узнает, где она, с кем она, вот. А сейчас, в настоящее время, у него желание к Червовой Даме есть, иногда он нервничает, конечно. Также он интересуется сейчас, в Бубновой Даме есть интерес, общение есть. Здесь с Бубновой Дамой в данный момент тоже он находится, хлопоты есть, также и к Червовой Даме, вот. За Червовую Даму в данный момент что-то злится он. Хочет даже поругаться, но здесь, может быть, Бубновая Дама сделала магию, чтобы он поставил точку Червовой Даме. Вот она что-то сделала, поэтому, может быть, Крестовый Король очень злится на любовь, чувство Червовой Даме, что он к ней хлопоты имеет. И даже хочет поругаться, девочки. Вот так вот, будьте поосторожнее. Ну и в прошлом он встречался и с Червовой Дамой, и с Бубновой, обманывал и Червовую Даму, и Бубновую Даму, встречался с обеими девочками. Свидание было и с Бубновой Дамой, и с Червовой Дамой. Встречи, общение, все было. Он интересовался обоими девочками. Но в будущем здесь он хочет встречать Новый год с Червовой Дамой, а с Бубновой Дамой хочет расстаться. Ну, посмотрим, что нам скажут карты сегодня. Планы Крестового Короля на Новый год. Но мы почти уже знаем, что он хочет с Червовой Дамой встретить Новый год. Здесь Бубновая Дама будет мешать в данный момент, прямо сейчас будет мешать своими магическими действиями, чтобы он ругался с Червовой Дамой. Ну, посмотрим. Под сердцем злится он. Вот тебе и магия под сердце. На сердце злится он за Бубновую Даму. В голове, в мыслях, на пороге. Что было, что будет. Так, здесь у него на сердце и под сердцем Бубновая Дама. Ну, под сердцем злость, на сердце Бубновый разговор. Он злится на Бубновую Даму и хочет с ней поговорить. В голове, в мыслях он думает, что ему надо встретиться с Червовой Дамой и с Бубновой Дамой. Так, на пороге прямо тоже какой-то удар он имеет Казенному Королю, да? Он, его желание может испортить Казенный Король. Там показала в диагностике,
что казенный король прямо общается с червовой дамой. Поэтому он боится, что тут что-то может испортить казенный король. В прошлом он расставался с бубновой дамой. Бубновая дама надеется на него, но с ней у него одни проблемы, одни скандалы, девочки. В прошлом тоже было так, сейчас тоже на сердце он злится на нее. В будущем он боится, очень боится потерять червовую даму. Он надеется на нее, на ее жизнь надеется. Так, в прошлом крестовый король очень любил червовую даму, очень переживал, прямо скучал по ней, да, когда не видит ее. Ну, также он с бубновой дамой, желания его стали, хотел он расстаться с ней, его желание уже на бубновую даму, надежды не было уже, он хотел в прошлом расстаться и расстался. Потом бубновая дама опять-таки со своей любовью, тайной любовью проявлялась к нему. Она интересовалась, как крестовый король, что он делает, да, вот. И он получал одни удары. Тут бубновая дама, от нее одни удары, одни проблемы. И он расстался с ней вообще, да, вот расстался. А она все равно интересуется. Ему от этого очень больно и неприятно, что она вот проявляет себя. Поэтому вот в прошлом она вот так нагло появлялась, и сейчас тоже она со своей любовью идет к крестовому королю, а он очень злится на нее. Ну и в скором будущем он думает встречаться с червовой дамой, общаться с ней, разговаривать, говорить о любви. И очень боится, вдруг потеряет он червовую даму, боится очень. Здесь он будет звонить червовой даме, звонки, переписки будут хлопотать. На сердце он хочет поговорить с новой дамой. Ну и с вами тоже встречи будут, планируют встречи с вами. Но сперва он хочет с бубновой дамой конкретно расстаться, он на нее злой, может быть она еще что-то ему делает. Вполне возможно что-то делает она еще, девочки. Ну вот, он хочет с ней поговорить со злостью, будет злиться на нее. Встречи с ней, вот его дорога перевернута к бубновой даме, и он хочет с червовой дамой встретиться нормально, нормальной встречи любовного характера, он хочет быть с червовой. Ну, давайте дальше будем смотреть, какие у него планы на Новый год. Как бы мы уже поняли, что Новый год он хочет с червовой дамой, но если бубновая дама не помешает. Тут бубновая дама приходит без разрешения и без повода к нему. И он очень злится за это. Да, вот в прошлом у него был интерес к новой даме, но потом он закрыл эти дороги встречи с новой дамой и начал интересоваться к червовой даме. Все подтверждается. Ну, посмотрим, что он думает об обновой, что он думает о червовой. Будет ли она еще проявляться, будет ли ему мозг выносить. Что-то он очень грустит, печалится, крестовый король. Ну, любовь к червовой даме у него есть, но что-то какой-то печальный, грустный. Настроения нету, даже не охота хлопотать к червовой даме, какие-то действия делать, ему даже не охота. Так. Переживает что-то в своей жизни, что-то у него не так. Может быть, по работе проблемы.
Что-то в последнее время у всех по работе проблемы. Вот здесь казенный король и бубновый король, да, вот. Это может проиграться так, что бубновая дама еще надеется на него. Но может проиграть, что это его друзья, с которыми он дружит, общается, встречается. Вот у него хлопоты к этим, к молодому человеку, и к казенному королю, и к бубновому королю тоже есть хлопоты у него. Так, девятки. Ну, с бубновой дамой у него чувств никаких нет у него, к бубновой даме. Вот он переживает за червовую даму, прямо скучает, переживает. За деньги тоже он думает, должен неожиданно какие-то деньги получить, ждет, думает. Так, думает и о встрече с червовой, и с бубновой дамой, встречи тоже думает, девочки. Думает о червовой даме и об новой жизни думает. Злится сам на себя, что у него есть желание и к червовой, и к бубновой даме. Ну, здесь больше с бубновой дамой тоже будет встреча у него. Ну, настроения тоже особо нет у нашего короля в данный момент. Какие-то переживания по работе, какие-то деньги ждет хорошие, большие. Вот эти шестерки тоже надо убрать. Ну вот, он остался с червовой дамой, он надеется на нее, а дама надеется на крестового короля. Они надеются друг на друга, оба. Мысли одинаковые, думают одинаково и надеются, что у них все будет хорошо. Ну дай бог, что все хорошо было. Что тревожит его? Бубновая дама. Ее, она надеется на него, это его тревожит. Что ему препятствует? Его любовь. У него любовь к ней нету. Какое происшествие будет? Встреча с червовой дамой будет. С кем на свидание пойдет? Будет хлопотать. Что его удивляет? Его удивляет, что новая дама его любит. Что одиночит? Его печалит, что он интересуется бубновой дамой тоже. Что тревожит? Встреча с бубновой дамой. Что порадует? Его порадует бубновая дама, ее разговор, ее звонок порадует, что здесь какие-то проблемы. Вот это его порадует. А чем он успокоится? Червовыми разговорами. Ну, здесь бубновая дама вообще не хочет уходить. Хоть он расстается, хоть он ругается, она все равно идет как танк. Она надеется на крестового короля. Для него, для дома, для сердца. Что было, что будет, чем успокоиться. Что было у нашего короля? Наш король встречался с бубновой дамой в прошлом, и сейчас тоже она ему звонит, девочки. Для дома. Для дома тоже. Свидание с бубновой дамой будет. Она на него надеется и рассчитывает на крестового короля. А на сердце что? А на сердце у него проблемы, да, вот. Какие-то у него проблемы, он... Ой, что я беру? Он нервничает очень. Что было? Были встречи и с червовой дамой. Червовая дама тоже надеется. Что будет? Здесь будет разговор с червовой дамой, какой-то печальный разговор, грустный. Чем успокоиться бубновой дамой? Так, для него, для нашего короля... Что-то он тоже будет хлопотать в бубновой даме, да, и она тоже хлопоты имеет, звонок будет.
Для дома. Для дома тут кругом бубновая дама, девочки. В данный момент он с бубновой дамой. Общаются, встречаются. А на сердце он думает о червовой даме. Что было? Были у них встречи с червовой дамой, частые встречи. Что будет? Здесь он интересуется червовой даме, но здесь вполне возможно, что он закроет дороги интерес к червовой даме. Чем он успокаивается? О! Здесь он успокаивается тем, что он от новой любви, от ее надежды, он получит большой удар, сильный удар, неожиданно сильный удар получит, как будто он умер, да, вот. Что-то здесь такое будет, что он разочаруется очень сильно в новой даме. Ну и будет он хлопотать его в даме. Будет злиться сам на себя, что у него было желание в новой даме. Ну, здесь стопроцентная магия есть. Червовая крестового короля, между ними есть магия от новой дамы. Посмотрим, чем все закончится. Здесь червовая дама. Из-за червовой дамы интерес к новой даме делает пусто. В его жизни остается червовая дама, и он интересуется ею. Здесь я думаю, что они будут надолго, и впоследствии они по судьбе, вот, да, они по судьбе, и они останутся вместе. Хотя бубновая дама хотела сделать пусто их жизни, их судьбоносные карты, хотела сделать пусто, но не получилось. Здесь карта брака вышла, и эта карта, это надежная карта вообще. Он надеется, серьезно от нас относится к червовой даме, и это он ей скажет, что он хочет быть с ней, а с бубновой дамой все пусто. И вот это все он будет говорить червовой даме, у них будет очень серьезный разговор. Эта карта много, эта карта тоже как слезы, как означает, как и ссора, да, но в некоторых случаях эта карта означает, что это очень серьезный разговор. Между крестовым и червовой дамой будет. Вот эта карта не обязательно, это ссора. Вот здесь у них все нормально заканчивается, они по судьбе, они друг друга любят, а бубновая дама будет пустая. Вот такой расклад, девочки. Здесь Новый год, крестовый король встречать будет 100% с червовой дамой. Ну, это общий расклад, кому нужны личные расклады, пишите на WhatsApp, Viber, Telegram. Посмотрим, кому нужны личные расклады. Это общий, а личный это личный все-таки. Ну все, девочки, на этом я закончила расклад. У кого резонирует, пишите комментарии, ставьте лайки. Ну и не забудьте подписаться на мой канал, чтобы не пропустить следующее видео. Всем любви, всем удачи, девочки, мальчики, до свидания.